Бой прошел у нас, Ryzen Сипскана. Блин, столько новостей, да? Насыщенный межсезонье, да. Да. Вообще ожидали, что Ryzen так полетит с первых минут? Ну, слушай, я, честно говоря, уже... Я изначально был, в голове было то, что за Ryzen'а. Потом перед боем я почему-то подумал, что это какой-то обман от Сипскана, и типа не готовился реально. Но то, как Ryzen выбежал, вот, и когда он выходил в клетку, когда он заряженный был, там перла энергия, и как он подтвердил, 5 раундов он ни шагу назад не сделал, это вызывает уважение как того, что обычный парень стал там спортсменом, и на самом деле это большая история.